слетела с Воронёва на симпозиум. Посмотрите, сколько их. Первый раз вижу так много вместе. Целая армия. Уху! Еще взлетают, каркают. Планеристы. Там еще собака ходит, посмотрите. Они не боятся собаку. Сельская охотхозяйство. Директор кто? Давайте посмотрим, кто директор. Вот-вот. Директор Динаев. И там ребята вон ходят. Эти высотные столбы. Посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Голова динозавра. Это верхняя челюсть. Посмотрите, глазницы. Улитки захотели здесь жить. Ты посмотри на них. Вот посмотрите. Ползет. Вон. Сейчас покажу. Вот. Посмотрите. Вот, вот. Может быть, это лошадь. Голова. Череп лошади, видимо. Так жалко. Здесь может быть карьер. А может быть просто природное. Видите, какой золотой закат. Облака золотые, но себе на уме. Могут любую минуту ливануть. А мне ехать вот теперь здесь, наверное, с полкилометра, вот по этой трассе, потом свернуть налево и прямиком в Карачаев. Ну, еще минут 35 надо будет ехать. Еду с Малого Карачая, город Карачаевск. Так. Сколько машин, сколько техники, посмотрите. Живая такая трасса. Молодцы. Рабочим спасибо. Асфальт красиво, красиво выложили. А насчет качества не знаю. Поживем, увидим. А пока вроде ничего. Ой, скорая это или кто летит? Вот. Так. Луна потихонечку, потихонечку округляется. Так. И посмотрите, там тоже все побито. Все в ржавчине. И в каких-то ударах непонятных. То ли камнем, то ли еще чем. Вот за этой горой, там, далеко-далеко. Мой город Карачаевск любимый. Как золотой восход. После день завтра для вас всех будет удачным, добрым, золотым. До свидания. Охотхозяйство. Директор кто? Давайте посмотрим, кто директор. Так. Сколько машин, сколько техники, посмотрите. Живая такая трасса. После день завтра для вас всех будет удачным, добрым, золотым. До свидания.